Всем салют, дорогие друзья! С вами опять Владимир, канал «Китай стал ближе». И сегодня у нас очередная распаковка посылки. Сегодня у нас на распаковочке посылка, которая заказала супруга для меня в подарок. Я не знаю, что там, и именно поэтому очень интересно будет ее открыть, посмотреть и узнать, что же мне подарили. Ну что ж, начинаем открывать. Посылка дошла быстро, где-то за 3 недели. Трек номер отслеживался, все было хорошо. И там что-то интересное. Все, конверт пустой. И здесь альбом для монет. Классно. Классный альбом для монет. Чуть склеился. Размеры. Какие размеры? Размеры, наверное, 20 на 20. И в него как раз влезут десяточки. Классно. Вот, как раз этого мне и не хватало. У меня есть альбомные страницы, но самого альбома нету. А вот сюда как раз можно будет положить десятки юбилейные, которые не вошли в набор. То есть и здесь довольно-таки много страниц. Давайте посчитаем, сколько их здесь. С учетом того, что это Китай, довольно-таки хорошо сделано. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 страниц по 12 ячеек в каждой страничке. И это еще не все. Смотрите. Каждый кармашек закрывается отдельным клапаном. Сейчас давайте я... Вот еще одна страничка. Так что не 7, а 8, наверное. Так, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 страничек по 12, 120 монет можно сюда уместить. И смотрите, каждый кармашек закрывается отдельным клапаном. Все хорошо приклеено. Отличный альбомчик. И сюда пойдут как раз мои десяточки. Качество отличное. Отличное качество. Я думаю, он долго-долго прослужит. Я очень рад. Огромное спасибо супруге. Огромное спасибо супруге. И сюда мы выложим наши монетки. Вот такая вот была интересная сегодня распаковочка. Альбом снаружи отделанный пленкой. Пленка похожа на такую вот, из которой делают обложки для книг. Такая плотная довольно-таки. Края проклеены хорошо. Так что не думаю, что порвется. Ну и тем более его в кармане не таскать. Монетки положил и будет лежать и радовать своего хозяина, то есть меня. Ну а на сегодня все. Сегодня была такая вот интересная распаковочка. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Кому, если понравился этот альбомчик, ссылочку я постараюсь выложить в описании. Точнее, не постараюсь, а выложу в описании. Спрошу у супруги, где брала. И выложу ссылочку в описании. Можете пройти и купить себе или кому-то также в подарок, если вам понравилось. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». И до новых встреч, друзья. Всем пока!